О, ну вот это более-менее, да, но чуть-чуть еще разочек. Такая тут не очень, конечно, толщина краски. Можно получше ее сделать немножко, да. Ну еще парочку сделаем проходов. Вот и будем сажать вот эту поверхность на нее. Вот так. И вот эту делать. Вот она, поперечная подача. Уже немножко приработали. Так. Тонкая краска, надо потолще сделать. Пока такая работа еще идет. Пяточки видно, работали у нее. Вот тут вообще она не работала по центру. Линейка. Линейка нужна срочно. Вот эти выпрямлять штуки. Линейка срочно нужна, конечно. Что делать, что делать? Ребята, вот эта линейка 60 градусов. Она туда не лезет. Вот. Ну что, вот такая работа.